Курица немного суховата. Да, хрен прожуешь. Ну, думаете, это плохо? Однажды в Афгане мы месяц сидели без провизии и ели ящерицу. Мы не могли по ним стрелять, чтобы не привлечь врага. Приходилось забивать их камнями. Та еще работянка. Мы их готовили на С4, и это придавало им ужасный химический привкус. Ну, к тому времени мы уже пили свою мочу, так что... Какого хрена? Я прошу прощения. Я очень давно не ужинал с гражданскими. Слушай, мам, я тут подумала, раз ты не можешь прийти завтра в школу на день семьи и друзей, может, я приглашу Джей-Джея? Думаю, это не лучшая идея. Не лучшая идея.